читайте в «Свежей комсомолке» 22 декабря. Есть во Франции такая легенда. В день апокалипсиса спасутся те, кто будет находиться у подножия горы Бюгараж. Эта шутка мэра французской деревеньки Жана-Пьера де Лора обернулась неплохим коммерческим дельцем. Вместе с сотнями туристов и журналистов конец света у горы Бюгараж встретила спецкор комсомолки Дарья Асламова. Конец света пережили, впереди новогодние корпоративы. Журналисты «Комсомольской правды» Нигина Бероева и Леонид Захаров тоже готовятся к вечеринке. На страницах газеты они выясняли, как вести себя на долгожданном мероприятии, а может даже наладить свою личную жизнь. Погоня, достойная Голливуда, развернулась на дорогах Екатеринбурга. Чтобы задержать нарушителя, гаишники выстроили живой щит из чужих автомобилей. Они надеялись, что нарушитель не станет врезаться в пробку на полном ходу, но тот пошел на таран. Подробности читайте в заметке Ирины Неуминой и Марии Чепурной.